llegó a mí por primera vez. Tus palabras fueron dulces como miel. Embrujaste mi alma con tu suave andar. Mi mirada te quería cautivar. Всем привет! С вами ваш переводчик Асылхан. И сегодня у нас Новый год. Поздравляю вас всех с наступающим Новым годом. Главное, пусть будет здоровье, как бы это банально ни звучало, все остальное будет. И сегодня у нас реакционер из Аргентины, зовут его Джоми, и это реакция на новую песню Димаша на испанском языке. Всем приятного просмотра! Всем привет! Добро пожаловать на канал! Вы знаете, что на нашем канале есть много артистов, на которых я делаю реакции. Но и как у всех, у меня есть свой любимчик. Димаш. Конечно же он. Я фанат Димаша. Можете называть меня Диарс. И для меня это прям мучение, когда я его не слушаю. Наверняка каждый из вас уже слушал эту песню. У Димаша нет чистой записи этой песни. Пока еще нет качественной студийной записи. Но я уверен, что все вы уже слышали эту песню. Я, наверное, один-единственный, кто до сих пор не слышал его новую песню на испанском языке. И правда в том, что я уже больше не могу терпеть. Я нашел эту песню в интернете. Там, конечно, звук не очень, да и картинка оставляет желать лучшего. Но я все равно хочу сделать реакцию. Сейчас я прослушаю эту песню и уже потом поделюсь своими комментариями. Давайте уже слушать, это же Димаш. Новая песня на испанском. Димаш поет как тенор, причем очень низко. А тут у нас опера с ритмом. Oh,
Это предварительно записанные голоса. Они записали эти сочетания голосов. Ой! Вот это гармония! Эх, Димаш, красавчик, сынок. Как всегда, что-нибудь как придумаем. Выше крыши. Что ж, Диэрс, во-первых, как же это прекрасно слушать Димаша на испанском языке. Мы так долго этого ждали. Я полагаю, что из-за плохого качества звука в некоторых моментах я не до конца разобрал слова. Но как же кайфово было слушать все это на испанском, и большую часть текста я понял. Все мы уже не раз слышали, как Димаш поет на разных иностранных языках. И что тут скажешь, просто универсальный парень. И у него хорошее произношение. Не забывайте, что он поет на испанском в первый раз. Дальше больше. Он начал эту песню скорее теноровым голосом, опустив свою гортань. Димаш всегда так делает, когда поет лиричные песни. В этом голосе было столько силы, и она была такая постоянная. Для этого нужно отличное дыхание. Я не знаю, что у него там за легкие, но мне кажется, у него есть еще одна пара дополнительных легких. Какие чудесные слова в песне. В общем, все как мы любим. Димаш не оставляет никого равнодушным. И песня очень грустная, что всегда добавляет эту нотку надежды. В конце песни есть резкий разворот. Она переходит с лиричного стиля в поп-стиль. И там Димаш демонстрирует весь свой технический арсенал. Он поет в лирическом стиле, а потом как обухом по темени уже поп-стиль. Это же совершенно разные вещи. В плане техники. Честно говоря, я ждал какую-нибудь романтичную песню. А тут у нас лирическая песня, смешанная с поп-стилем. И там было целых 4 Димаша с разными голосами и разной техникой, с высоких частот до низкого баса.
Когда-нибудь он точно разнесет мой шарабан. Но вы же знаете, Димаш — это как ящик Пандоры. Никогда не знаешь, что будет внутри. Хоть ты представляй, не представляй, он все равно удивит тебя чем-то. Ну что, до скорых встреч. Всем спасибо за внимание. Увидимся в следующем году. Всех обнял, всех люблю. Пока.